своему пути. И поэтому одна из топологий пути, подробно развернуто я это делаю на одном из своих семинаров, это путешествие героев. Помните, кто был на путешествии, карты пути героев, три путешествия, их специфика и главные проблемы, которые возникают у нас. Прежде всего потому, что мы, например, экзистенциальное путешествие описываем на языке, в терминологии мифического путешествия. Это совсем разные путешествия. Возникает вот такого рода редуцирование экзистенциального путешествия к мифическому или духовного к экзистенциальному. На совершенно ложном языке, в неправильных понятиях мы описываем свое ложное движение. Поэтому здесь очень важно обладать знаниями о том, на каких языках описывается наше движение к целостности или к центру. Потому что ложные языки создают ложные маршруты. Ложные языки – это ложные картографии. Если у нас нет карты территории, по которой мы движемся, как мы найдем, к которой нам нужно прийти? Если у нас неправильное понимание своей ситуации, значит, мы не знаем того, кто мы, каковы наши ресурсы. Поэтому очень важно глубокое понимание человеческой ситуации. Об этом тоже мы много говорили на семинарах. Я давал различные перспективы с точки зрения разных языков. И вот эта ситуация четверичности, выраженная тетралемой Нагарджуны и раскрытая великими даосами, очень ярко раскрыта также в тибетском буддизме. И там это выступает как принцип мандалы. Мандалы, по сути дела, это и есть не что иное, как подробнейшее описание нашего с вами королевства, в котором мы все живем. Потому что если мир – это моя вселенная, каждого из нас, мое королевство, то я нахожусь всегда в центре, в этом королевстве. А другие люди находятся на краю. И именно поэтому, когда я, не зная, отклоняюсь из центра, я именно другим людям приписываю то, что не замечаю в себе. Это главный механизм проекции. Потому что я всегда в центре, я считаю других людей негодяями, волшебниками, великими учителями и так далее. Когда я, находясь в центре, не знаю своей ситуации, того, что я в центре, я работает механизм проекции и переноса. Я приписываю другим людям то, что испытываю сам. Вот. И попадаю как раз вот в ложную ситуацию. Одна ложная ситуация плодит многочисленные другие ложные ситуации. И поэтому нам, конечно же, очень важно знать устройство этого домашнего кинотеатра сознания. И понимать того, как делается мир. И на эту тему будет еще одна из моих бесед на этом семинаре, где я поделюсь той тайной, которую сообщил мне великий волшебник барон Мюнхгаузен. Тайна барона Мюнхгаузена или устройство фабрики реальности, того, как делается мир. А здесь, поскольку у меня есть, может быть, еще мы немножко забежим за 15 минут, вернее, за час, где-нибудь час 15, час 20, и, может быть, еще какие-то вопросы будут. Мы с вами еще немножко коснемся того, как устроена вот эта вот мандала, в которой я нахожусь. Если я в центре, то есть четыре разных позиции. И, скажем, если вы возьмете принцип тибетского буддизма, то там это пять органов чувств или пять органов восприятия. Да? То есть есть ощущение и так далее, осязание. Пяти органам восприятия соответствует пять изначальных омрачений. Какие это пять изначальных омрачений? Это гнев, это неведение, это привязанность или пристрастие, или алчность, это одно и то же. Это гордыня и это ревность или зависть. То есть вот пять фундаментальных страстей, которые связаны, повторяю, с пятью органов чувств. Это пять фундаментальных мудростей, потому что та же самая энергия, которая проявляется как наша ограниченная Вселенная в нашем восприятии, когда мы в клетке, то есть когда мы отождествлены с ролями, когда мы отождествлены с частичными концепциями, абсолютно та же самая энергия
праны, кундалини, жизненной силы, энергии всей жизни, она проявляется как мудрость. Потому что когда она ничем не ограничена, это энергия нашей связи со всем нашим миром. Прямой связи, безграничной связи. Это мудрость. И это проявляется как пять элементов, из которых все состоит в этом же мире, в этой же мандале. И по сути дела, принцип мандалы – это показ того, как работает редактор реальности. Я помню, в самом начале эры видеомагнитофонов, это 80-й год, у моего приятеля, родители которого работали в Организации Объединенных Наций, поэтому у него был американский видеомагнитофон МТС Betacam и многочисленные кассеты, мы ночами смотрели фильмы, за которые тогда сажали. Ну, там, типа «Звездные войны», там, знаете. Тогда это было политическим актом, и, в общем, все это критиковалось. И я помню, мы тогда посмотрели фильм, который, мне кажется, сейчас наивным. Потому что, ну, вот он гораздо, вот все основные идеи этого фильма были затем воспроизведены на гораздо большем уровне. Лучшем уровне. Но нигде они не были воспроизведены вот вместе, как в том фильме. Фильм назывался «Планета ужасов». Ну, потом вот мы знаем, там Тарантино там с Родригесом сняли «Гринхаус», там, да, вот «Планета ужасов». Ну, это совсем другая «Планета ужасов» у них. А там дело происходит на некоторой планете. В этой планете есть некоторая пирамида. И нужно обязательно пройти через различного рода пещеры, препятствия к центру этой пирамиды. И вот в означенный день космический корабль, на котором есть командир, замечательная команда. И да, там даже есть кук. Кок, да? Кок по-русски. Кок, повар. Такой тоже симпатичный, веселый мужик. Пожилой, правда. И вот все они начинают двигаться к центру пирамиды. И по мере продвижения к центру пирамиды, они встречаются с различного рода чудовищами. Ящерами. Какими-то руками, которые, например, раздирают одну прекрасную девушку. Кто-то встречает таких кошмарных глистов, которые заполняют, изъедают, проедают его. И в конце концов, близко к пирамиде продвигается только один человек. И когда он подходит уже к самому центру пирамиды, он вдруг видит, что в центре пирамиды находится кок, повар. Оказывается, кок и есть тот великий мастер пирамиды. И он раскрывает тайны этой пирамиды, что это артефакт в нашей человеческой вселенной. Это то, что было когда-то игрушкой детей неведомой цивилизации. Но земляне могут использовать эту игрушку для того, чтобы пройти через иллюзорный мир. Потому что все ужасные твари, которые возникают при движении к пирамиде, это есть не что иное, как материализация наших глубинных внутренних тараканов, наших страхов. И если мы воспринимаем их как реальные, они пожирают нас. То же самое, да, вот, что в тибетской книге мертвых. Да? То есть все видения, все ужасы, все есть проявление нашего сознания. И только один человек доходит до центра, и тогда кок говорит, что «а теперь ты должен убить меня». Потому что существует еще великая иллюзия мастера, великого авторитета. И пока у тебя есть эта иллюзия, ты сам не станешь мастером. Об этом много говорил Тев, да, пропагандируя вот такой вот путь внутреннего прозрения, путь внутреннего учения, учителя. Все-таки я, вы знаете, все-таки в большей степени сторонник такого серединного пути. И понимая, что вот этот великий путь без учителя, о котором говорил Тев, это абсолютно правомерный путь. И что во внутреннем измерении все происходит точно так. Тем не менее, я говорю о том, что чрезвычайно важен внешний учитель, проявленный, воплощенный в теле, потому что только тогда, когда он есть, у нас есть вот какая-то гарантия того, что мы не ошибемся, потому что тогда у нас есть обратная связь. И все великие учителя, которых я знаю, когда к ним приходят ученики и говорят: «О, великий учитель, я видела тебя во сне, и ты давал мне самые грандиозные учения. Могу ли я передать эти учения людям?» Учитель сказал: «Какие учения?
Я давал тебе, я этого не помню. Слушай то, что говорю тебе я вот сейчас, когда я даю учение. А это иллюзии, демоны. Поэтому не все, что нам снится в такой форме, имеет отношение действительно к великим учениям. Часто это просто великие трюки нашего внутреннего демона эго. И очень хорошо, когда у нас есть удар палкой по голове от дзенского наставника, он помогает нам соотнестись с реальностью. Да, и все-таки пробудиться к истинной ситуации. Потому что действительно, пока у нас есть великие иллюзии, мы не сможем находиться в центре мандалы. Но единственный способ освободиться от этих великих иллюзий, это есть стремление продвинуться к центру мандалы. Центр мандалы – это и есть целостность, это и есть великий расклад, великий предел. Это и есть великая мандала Вселенной. И поэтому опыт Нагарджуны, опыт даосизма говорит нам о том, что даже если мы неизбежно, находясь в человеческом измерении, отождествляемся с человеческими ролями, и неизбежно через нас проявляются какие-то крайности, все равно это проявление великого дао, великого расклада. И ну, я приведу вот один из просто примеров, с которыми мы постоянно встречаемся на тренинге. Кто-то говорит, ну вот я сегодня дышал и ничего. Другой говорит, я вот хотела плакать, но не могла. А кто-то рыдал за четверых. А кто-то еле-еле дышал, у него были такие переживания. И если мы вот освободимся от такой вот узкой, такой, от присваивания себе переживаний, присваивания себе монополий на взгляд, и посмотрим вот такую широкую перспективу, то, может быть, вы дышали сегодня без всяких переживаний для того, чтобы у другого человека проявились переживания, о которых вы затем узнали в обсуждении, в шеринге. Понимаете, вот такой великий расклад. И, например, вот у нас вчера блестяще совершенно работали все фасилитаторы, уже вот после такой обратной связи, и лопухнулись. Проворонили дышащего, который ушел непросмотренный, да, и там разные переживания были. Но, то есть, с одной стороны, это лопухнулись. С другой стороны, это потрясающая учебная ситуация для того, чтобы мы вышли за свои успокоенные, за свои пределы и на новом уровне бдительности работали дальше. Потому что если бы не было этой ситуации, мы могли бы почить на лаврах, что мы уже все знаем, мы великие ситры, потрясающие фасилитаторы там, и так далее. Знаем все. И поэтому в перспективе вот большого обучения, да, всегда возникает что-то для того, чтобы мы не почивали на лаврах и выходили дальше. И то, что кажется нам провокацией, то, что кажется нам такой ситуацией, на самом деле, это есть призыв к большему мастерству. Понимаете, вот так вот работает великая интеграция. И по мере, если мы действительно хотим продвигаться к целостности, чем большие задачи мы ставим, тем большие испытания устраивает нам Вселенная. Поэтому готовьтесь. Если вы действительно хотите быть великими ведущими холотропного дыхания, вам придется пройти через великие испытания, и не только во время тренинга, а в жизни тоже. Вы встретитесь со своей планетой ужасов на этой Земле, потому что нет другого способа чему-то научиться. Но в тот момент, когда вы встречаетесь, помните, что это щедрая Вселенная дает вам возможность стать героями и перейти действительно на новый уровень. Не понимаете это однозначно, потому что у всех у нас существует такая тенденция в тот момент, когда что-то с нами происходит. Я, например, переживаю что-то такое, я сокрушен великой скорбью Вселенной, и все, я уже не заметил, как я завис полностью в этой роли. Там, второй, третий, четвертый матрицы и так далее. Характерно для этого. Забыв о том, что само переживание мира как клетки или мира как бесконечной войны
дается мне в данный момент только для того, чтобы я испил это до конца. И до тех пор, пока я зависаю в этом, пока я отдаюсь всецело этой трагедии, я не смогу испить этого до конца. Я не смогу взглянуть на все с птичьего полета. Я не смогу извлечь из этого уроки. И мы со многими из вас делали астрологические консультации. Я постоянно говорил о том, что не звезды влияют на вас, а ориентируясь по звездным часам, мы что смотрим? Как устроен наш редактор реальности? То есть, как работает наше восприятие? Что? Какие конфигурации возникают в нашей Вселенной? Что мы считаем миром? Но это всего лишь работа нашего восприятия, которое меняется, подвержено большим и малым волнам, вибрациям. И единственный смысл этого для того, чтобы в течение нашей жизни, за, возможно, более короткий срок, мы испили всю полноту опыта, прожили всю великую крофовскую картографию. Только тогда, вобрав все, мы сможем выйти за пределы. За пределы переживаний, за пределы отождествления, обрести протеевское тело, стать всецелым в этом движении к целостности. И тогда мы понимаем истинный смысл интеграции. Да? Если когда мы начинаем двигаться, первоначально интеграция возникает в наше «я». Наше «я» является источником интеграции, правильно? То есть какой-то опыт входит в нас, наше эго трещит по швам, там, и любой опыт мы присваиваем себе. Я это пережил, я был Богом, я был Иудой, я там чистил Авгиеве конюшни бессознательно и так далее. Затем, по мере, если мы смотрим на ситуации целостно, если мы видим жизнь как расклады, мы понимаем, что интеграция, истинная интеграция, это интеграция не только переживание опыта, который есть у нас в сессии голотропного дыхания, когда, хотя чисто формально, помните, я говорил о 6 кругах интеграции. Да? То есть первый круг интеграции – это сессия, и особенно пик сессии, да? Когда максимальные энергии для каждого не свои, и когда, в принципе, поскольку максимальные энергии, возможно, максимальная энергия вот работы двояковидящего ока, о котором я тоже много говорил, мистера Экхарта, да? То есть, когда мы переживаем ситуацию, и одновременно мы вне ситуации, когда работает это божественное око. И только тогда оказывается, когда мы максимально вне ситуации, мы максимально можем переживать ситуацию. Вот так это работает. То есть, чем больше, чем дальше отделяется полюса восприятие божественного и земного, тем больше силы восприятия и напряжения. Когда это слепливается, мы полностью в роли, мы ничего не видим. Мы забыли, что мы не роль, что мы не тело, что мы даже не дух, что это всего лишь слова, что мы находимся и здесь, и за пределами, и везде, в четверичной, в том, что словами описывается как четверичное. Четверица восприятия или тетралема Нагарджуны. И если мы следуем вот этой логике интеграции, то вслед за работой в пике существует затем определенного рода вхождение в общепринятую реальность, как второй круг интеграции. Да? То есть мы постепенно возвращаемся из своей сессии к повседневной реальности. Что-то меняется, что-то переструктурируется. Если в сессии мы вышли за свои привычные границы, в новые миры переживаний, соприкоснулись со своей глубиной, переживание этих событий, питание этими энергиями меняет нас. Потому что, когда ситуация выходит из-за барьеров, и когда есть наше присутствие в ситуации, чем больше энергии восприятия в этот момент, чем ярче мы проживаем ситуации, тем больше наше присутствие, чем острее наше широкое внимание, тем волшебнее происходит великое самоосвобождение от так называемых проблем. Тем
в большей степени и эффективнее растворяются барьеры. И вот это волшебство самоосвобождения – это прямое следствие нашего присутствия, энергии нашего нахождения здесь. И источник, конечно, этого присутствия – наше изначальное состояние. Мы не можем присвоить себе это присутствие, хотя, конечно же, есть всевозможные точки зрения, наблюдатели разных родов, да, свидетели всевозможные, но ничто из этого не является источником. Источник – это наше изначальное состояние. Хотя, конечно же, эго, как самая мощная роль, тут же присваивает, сгребает все себе, прихватизирует. Да, и будучи прихватизированным нашим эго, нашими привычными ролями, все, так сказать, становится уже чем-то иным. Редуцированным, уплощенным, теряет многие смыслы. Но, тем не менее, покуда вот мы разогреты, покуда мы находимся в более безграничном состоянии, нежели в общепринятой реальности, возможно, большая алхимическая работа, потому что происходит фундаментальное перемешивание, из глубины приходит к нам, от нас в глубину, и возникает объединение. Вот это великая интеграция и великое объединение, и оно всегда происходит через переживание. А переживание всегда тогда, когда есть присутствие. Нет присутствия без переживания. Вот почему так важен метанаблюдатель. Вот почему невозможно работать методом холотропного дыхания с пограничными людьми, с серьезным расстройством идентичности, с серьезным нарушением границ. Вот почему, когда, если у человека не все дома или нету хозяина, царя в голове, хозяина в доме, очень сложно работать с ним методом холотропного дыхания. Можно только усилить психоз, потому что нет источника интеграции. Пусть будет ограниченное эго, пусть будет недоразвитое эго, пусть будет искаженное эго, но оно должно быть. Должен быть источник, от которого человек видит, действует, мыслит, поступает, обращается. Должен быть центр. Пусть это ограниченный центр, но ничего другого нам та культура, в которой мы живем, не подарила. И это основа нашего понимания, основа нашего взаимодействия с другими людьми. Мы знаем, мы ищем, мы открываем нечто большее, но на основе этого. И постепенно, конечно, освобождаясь от плена этого. И да-да-да, я сейчас как раз говорю, вот я немножко остановился вот на этом фундаментальной алхимической работе, которая происходит в переживании. Подчеркиваю, только тогда, когда у нас есть присутствие, возможно эффективная работа. И вот ко мне один раз на семинар ходил человек, несколько вот занятий, и у меня были смешанные чувства, потому что у него были очень яркие переживания. Очень яркие. Особенно ему удавались переживания животных. Он был щенком, который там... Он был там, не знаю, там пантерой там. Он прыгал, он визжал, катался, царапался, лаял там агрессивно там. Он был неведомыми зверями там. Он был монстрами, он был богами. Он проживал очень широкий спектр человеческих состояний. Порой были очень мучительные переживания. Но через некоторое время я попросил его больше не ходить на семинары, не заниматься на холотропном дыхании, потому что я увидел, что, несмотря на мучения, нет результата. Никакого результата нет. Потому что очень размытые границы. И очень слабая основа. И поэтому этому человеку нужно пройти достаточно кропотливую работу по другими методами, которые смогли бы помочь ему установить границы. И это и в жизни также, его близкие должны помочь ему более, так сказать, вот выстроить границы, защитные механизмы, потому что без этого мучение напрасно, без этого нет наблюдателя, без этого нет источника интеграции. Поэтому нужен обязательно источник интеграции, и дальше с этим источником интеграции по ходу нашей работы, по ходу продвижения к целостности, на пути к центру мандалы, к пирамиде, к
конечно же, возникает целый спектр переживаний. Одна из метафор, я говорил, что это вот такой вакуум космического пылесоса всасывает, и возникает целая арена. Тибетская книга мертвых является блестящим руководством для этого. Недавно на эту тему Рамдас, Тимоти Лири и Мэтстер написали книгу, как раз руководство по психоделическому опыту на основе тибетской книги мертвых. Они увидели прямые совершенно параллели. И мы можем использовать многие картографии. Картографию героя, картографию Саджоли, очень хорошие полезные вещи, картографию чакр, чрезвычайно полезные, картографии различных телесных школ для того, чтобы ориентироваться, мифические картографии и картографии духовных традиций для разных аспектов. Но это не заменит никакие картографии, не заменит нам прямой работы непосредственной в сессии. И чем ярче наше присутствие, тем большую работу мы можем сделать. Если какая-то работа не доделана, то у нас остается что-то в конце сессии, да, в виде эмоциональной накипи, осадков различного рода, телесных напряжений. И тогда вот второй круг интеграции, мы работаем с телом, потому что пока все разогрето, да, мы соблюдаем соглашение, зная, что не нужно выходить в этом состоянии, потому что наш мир разогрет, изменен, зачерпнут из глубины, и это уже другой мир, не тот, в котором мы привыкли жить. Это измененная вселенная. И если мы в этой вселенной выйдем к другим людям, то и наше восприятие будет других людей искаженным, и возникнут различного рода запутанные взаимоотношения. И, как правило, такого рода работа, по крайней мере, дает нам возможность, ну, достичь, по крайней мере, хорошей функциональности, меньшей проблемности, а зачастую просто действительно избавляет от всех напряжений и осадков. Затем третий круг интеграции – это арт, да, мы все знаем. То есть мы лепим, мы рисуем. На этом семинаре мы делаем маски, это глубинный тоже, это мы могли бы назвать арт тоже работой. Делаем коллажи души, то есть на языках, которые не контролируются нашим обычным эго, нашими вербальными, связанными с эго механизмами, мы выражаем свой процесс, большой процесс, ну скажем, как коллажи души и как в масках, не только связанный с какой-то отдельной сессией, а процесс, может быть, своей жизни. Выражаем, очищая от поверхностных вещей, выражая суть. И затем у нас четвертый круг интеграции. Да? И вот смотрите, вот, очень важно, да, что на языке искусства, когда мы что-то выражаем в виде картины, в виде поэмы, в виде танца, мы свою глубину проявляем. Да? И когда мы потом вступаем в контакт с проявленной глубиной, мы можем с ней что? Объединиться. Пока она спит внутри нас, пока она не выражена, мы не можем с ней объединиться. Нам нужно самим воспринять это. И вот акт выражения – это важнейший процесс интеграции и объединения с глубиной. И другие люди, взаимодействие с тем, с нашими мандалами, с нашими масками, объединяются с нами. Да видите, какой сложный процесс интеграции? Мы переживаем в сессии, и мы сообщаемся, как сообщающиеся сосуды здесь. Переживания все взаимосвязаны. Мы рисуем, проявляем свою глубину и даем возможность другим людям объединяться с этой глубиной и объединяемся с нею сами. Интеграция в групповом процессе. Мы слушаем друг друга во время шеринга, да, и главное здесь, когда мы рассказываем что-то, выражаем, тоже объединиться со своей собственной глубиной. И почему это работает? Потому что когда я говорю это по-другому, чем я переживаю. Я смотрю, когда я говорю, на то, что я говорю глазами других людей. В этот момент моя клетка преодолевается, клетка моего обычного восприятия. Я выскакиваю из нее, и возникает множественность позиций. Я оглянулся на нее. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Да, вот такого рода вещи. Множественность позиций, множественность учетов постоянных. И это чрезвычайно важно.
Потому что здесь присутствуют как раз вот четыре фундаментальные позиции. Мой рассказ, да, это одна позиция из глубины. Правильно? Дальше. Мы все, как группа, присутствующая здесь, система в этом рассказе, да? Дальше. Я рассказываю тебе, мы, тебе и тебе. И с каждым есть индивидуальное взаимодействие, позиция. И, наконец, этот лес, который слушает тоже, что происходит здесь и что говорит. Я никогда не забуду, как на одной из конференций Европейской трансперсональной ассоциации 2007 года, она происходила в Германии, недалеко от Черного леса, Шварцвальда. И в конце конференции группа людей на машинах проехала в местечко, где жил много-много лет великий философ Мартин Хайдеггер. И мы помедитировали около домика Хайдеггера, где он писал все свои главные произведения о бытии и становлении. И затем Стюарт Савацкий предложил сделать расстановку о Хайдеггере, потому что это место Хайдеггера, деревья знают и помнят Хайдеггера. И он стал проводником голоса Хайдеггера, а другие люди тоже вот в этой расстановке работали. И через какой-то расстановке по Хеллингеру, и через некоторое время Хайдеггер стал говорить. Потому что мы почувствовали деревья, свидетели мысли Хайдеггера, которые помнят каждое его движение, каждый шаг, который он здесь. Они передали свою мудрость, свое свидетельство. Это были великие слова. Напутствие Хайдеггера о самом главном, о том, какую роль играет фундаментальное и ничем неограниченное образование. Это было главное в этих словах. Наше образование должно, не должно быть ограниченным, передал нам Хайдеггер. Оно должно быть вселенским. И точно так же, когда мы говорим сосны, как они были свидетелями очень многих встреч здесь, многих учений, они свидетельствуют происходящему. И это четвертая позиция, позиция мира, который слушает нас, да, и создает вот такого рода пространство. То есть присутствует вот это в каждой ситуации вот эти четыре фундаментальных взгляда и позиция в центре Тетралема Нагарджуна, да, фундаментальный взгляд на ситуацию. И это создает для нас возможность, когда мы, рассказывая одновременно и с соснами, и с собой, и с группой, и с каждым, персонально, подчеркиваю, в отдельности, я и ты, Бубер, это вот об этом как раз, личностное общение, то тогда возникает возможность нашего передвижения в центр, возможность интеграции, потому что главная тайна интеграции состоит в том, что интеграция происходит не в эго, эго всего лишь иллюзорный источник интеграции, вернее, иллюзорный адресат интеграции, извините, а реальная основа, реальным источником интеграции, условием возможности интеграции является наше изначальное состояние. То есть в конечном счете интеграция всегда происходит в наше изначальное состояние. И только через наше проживание это изначальное состояние пробуждается к жизни и раскрывается. Таким образом, та работа, которую мы делаем при своем движении к целостности, это и есть громадная работа по пробуждению нашего с вами изначального состояния. Вот почему нам нужно пройти через все. Вот почему мы проживаем жизнь великих грешников, великих праведников. Помните у Достоевского историю старца Зосимы, да? Она так и называется. «Житие великого грешника». Вот почему мы монстры иногда в своих переживаниях, иногда ангелы, иногда дети, иногда взрослые мудрецы. Вот почему нам нужно испить все. Только тогда мы сможем быть проводниками мудрости. Только тогда через нас начнет говорить сама целостность. Но и то, что происходит, вот на этом я бы хотел, может быть, даже поставить точку, это все равно в любом случае имеет своим источником наше изначальное состояние, ту целостность, которая у нас уже есть. Поэтому, что бы ни происходило, это есть проявление целостности.
И вот это и есть та конечная точка, которую мы можем искать в любой ситуации. То есть всегда, что бы ни происходило, попытайтесь увидеть противоположное этому. Увидеть то, что объединяет и это, и противоположное. Увидеть не то и не то. И тогда вы сможете попасть в центр ситуации. Увидите, вот тогда возникнет интеграция или объединение с опытом. Только тогда. В этом истинный смысл крайности. Крайности помогает нам попасть в центр, проявленное. В этом истинный смысл бурных переживаний, ярких переживаний, которые с нами происходят. Если бы не было ярких переживаний, если бы что-то не проявилось, то не было бы никакой проработки опыта, не было бы никакого освобождения от проблем. На этом, наверное, закончим. Да, сейчас я сделаю. Поставь пока. Еду за новости. Я подсуну, да, еще не такое. Я думаю, что в куртке уже не лезет. Открыть свои бокалы магические. Надо. О, классный. Хрустальный. Самый маленький, который был. Отлично. У нас тут не столько много народу будет, как в тот раз. Катюша, ты нашла? Мы каждый болгарий делали. А вот это вот они, да? Маги Фурелла. Три раза. Слушай, давай мы их как-то подрежем. Не, не, подожди, сейчас они шируют еще бура, не могу тебе это сказать. Их надо вот так вот. Затали и будут. Так я хотела вот так. А может как раз сделать такой маленький, да? Или большие будем? Тебе как можно нравится? Мы сделаем вот так все. Так хорошо. Мы сделаем для тех, кто хочет маленькие шашлычки. Для тех, кто хочет большие. Мы сделаем большие. Посмотрите здесь. Ну, давай, маленькие сделаем. Маленькие, да. Сейчас у нас будет такой натюрморт. Из маленьких и больших. Что, есть маленькие? Нет, просто большой на две части разрезаю, и будет маленькая. Попрежнее маленькая. Хорошо. Ну, попроще что-то. То есть, ну, такое человеческое земное желание, которое может скоро исполниться. А народ загадывал, хочу быть Буддой, хочу быть там еще. Просветленной. Просветление. Человеческое желание. Посмотрите, на через сколько воплощений возможно это придет? Через несколько кан. Ответил. Буду Буддой. Надо придумать. Скромным меня не назовешь. Сказал, что я хочу быть исполнить все желания. Мое желание, чтобы исполнить все желания. Сейчас вот на камере снимаю вас. Вы как две ведьмы на костре. Не сгораете. Не сгораем мы с камерой. А ты какой с камерой? Катюш, может быть это самое единственное, что я хочу. Все хорошо. Ну что, мы споем песни под гитару, Володь? Прям сразу? Конечно, пойте. Конечно, пойте. За нашу прекрасную и любимую. Прекрасную, любимую. Ангел наш. Великолепный. Спасибо. Кристина, чтобы все желания, которые ты загадала, реализовывались быстро, качественно и мгновенно. Ну, ходите. Все хорошо. За тебя. Спасибо. Здоровья. Да. За тебя. Ничего. Да. Володя? Да. Володя. А за меня. Здорово, за нее хорошая. А где за это? За Кристину. Ну, он за сыром. Он не вернулся за сыром. Не вернулся. Так, красная шапочка. Кристина, это везде купила или привезла? Здесь тут на шапочку привезла. Можно, Кристина, можно сочинить туда чуть-чуть? Можно, да. Давай. Я а просто апельсиновый это сделала? Да, и мультифрукт, да, апельсиновый хорошо будет. Лучше пить, давай. Кристина, а что-то что-то привезла такое, да? Ну, лимончелло. А что, это место для курения? Да, там я возьмусь. Спасибо. Надо тогда тебе отнести. Ну, что-то выбрать.
Нет, все хватает. Кристин, за тебя бьем. А где дорога к дому? Your experience so far has been in the entire time together. Или вообще весь ваш опыт до сего момента времени за все предыдущие дни. Including this experience, this celebration that we're going to be doing together now. Вот тот опыт, тот завершение, тот небольшой праздник завершения, который у нас будет прямо сейчас. Can be anything, but just let your inner healer tell you what that is. И это может быть все что угодно. Просто позвольте вашему внутреннему целителю сказать вам, что это будет. Okay, now we'll go down, as I say, without speaking, like talking to each other. Итак, мы пойдем туда безмолвно, не разговаривая друг с другом. But many of you have musical instruments with you. Но многие из вас берут с собой музыкальные инструменты. And you, if you feel like using them to support us in our journey down there, do it. Just whatever happens, it doesn't matter. Если вы чувствуете, что вот вы хотите воспользоваться этим инструментом, чтобы как-то поддержать нас в нашем путешествии к этой поляне, к этому месту, делайте любым способом, который вы найдете у себя дома. If you feel moved to sing or to dance or to chant or to pray, that's fine. И если вы хотите петь, танцевать, молиться, скандировать мантры, попытаемся тогда открыться Гее, попытаемся открыться Матери Земле. And in whatever way you wish, you just embrace the heavens and then the earth. In any way, just feel. Любым способом, который срабатывает для вас, почувствовать и принять небо и землю. Because this is a tremendous healing power, just in this earth, you know. Просто быть на этой земле, это уже само по себе обладает невероятной целительной силой. And let's see if we can feel it and let it work through us. And посмотрим, насколько мы это можем ощутить и позволим этому работать сквозь нас. Okay, now when we get down there to the clearing, а вот когда мы дойдем до полянки, you may have already noticed that this is beautiful. There are two small labyrinths there in the clearing. Возможно, вы заметили уже, что на этой поляне есть два таких небольших концентрических лабиринта. This is a very sacred symbol. Это священный символ. And a very sacred spiritual practice for thousands of years all over the world. И тысячи лет это было сакральной практикой по всему миру. We might get rained on. Там можно застать дождик. And there are different kinds of labyrinths. This one's pretty straightforward. Лабиринты, они бывают очень разные по структуре, но эти очень простые. And basically, one of the symbols for it, of a labyrinth,
И в основе вот самый базовый символ на иврите. Is that we begin the journey outward in life and move inward to our center. To the center of creation. То есть базовая символика лабиринта, мы начинаем извне от внешней жизни и сходимся к своему внутреннему центру. And once we are there, then at some point when we are filled with an experience of our center. И когда мы доходим до этого центра, когда мы преисполнены вот опыта переживания своего центра, then we move back out into our outer life. Мы двигаемся от центра опять-таки к наружу, да, к своей повседневной жизни. And this is and according to the ancients, this is an eternal flow that we're already doing in our lives. Согласно древним, это собственно уже и есть то, что мы всегда делали и делаем в своей жизни. Inward breath, outward breath. Мы вдыхаем, мы выдыхаем. No creation, out to creation. Внутри нет ничего сотворенного. И мы сотворяем мир на выдохе. No mind, no experience within. Нет опыта, нет какого-либо переживания внутри. The beauty of the whole creation outward. И мы выдыхаем, осознавая красоту всего творения. Or whatever way it comes to you. Любым другим способом, который сейчас приходит. And you don't have to all walk it, because it will be there for those of you that wish to walk it. И опять-таки нет необходимости всем идти туда. Но вот этот опыт будет для тех из вас, кто готов и захочет. And there are two of them, thank goodness, because we could be forever walking them. И для этих двоих, слава тебе Господи, потому что иначе мы могли бы там ходить лично. And if, for example, if you begin to walk, see, someone else is going to come behind you. Когда вы пойдете по лабиринту, кто-то...
Ура! Шаман счастлив. Ом. Смерть и возрождение. Любовь и радость. Нет. Спасибо. Мудрость. Мама. Сердце бесконечно. Дело. Ярый силом. Намо гуру дева дахнихум. Достоинство. Одна душа. Суть. Гармония. Бесконечность. Безмятежность. Истина. Делай. Наслаждение. Свет. Связь. Тайна. Все. Хорошо. Храбрость. Ничего. Чувство. Доверие. Любовь и свобода. Жизнь. Безмятежная страсть. Игра. Безумство души. Радость. Покой. Часть целого. Гармония. Дружба. Естественность. Дурашка. Родина. Холотропное дыхание. Станислав Гров. Мудрость. Тесс Паркс. Вадим Майкл. And the group, all of you. И группа, все вы. Ура! Поднимашка.
Кристина, запрыгивай сюда. Володь, закинь Кристину. Прыгай, так раз. Нет, это Володя с камерой. Everybody have fun this afternoon, okay? И пусть все повеселятся этим вечером, хорошо? Хорошо. Давайте парим, а? Enjoy. Show must go on. Show must go on. Ура! Аллилуйя! Ты где была? Так, надо потянуть. Какая же у тебя змея? Ты лоб. Единство там, ну, между... В Ютубе будет завтра. Да, это Майкл, да, а чему? Может быть. Филантроп, я здесь. Значит, раз, не знаю.
Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, папе. Спасибо MTV за эту возможность, что дала мне встретиться на этой полянке. Спасибо Иисусу Христу. Попали 50 лучших колонавтов. Да. Лучших колонавтов года. Лучший колонавт года. Время вручения по 100 рублей. Награды. Лучший колонавт года. Не уложись, ну ты хочешь. Вообще ни на что нажимать не надо. Так и полдня простоит. Фотографируешь или ты снимаешь? Ты фотографируешь? Нет, я фотографирую. На ручки мне возьму. Ну руку держишь, там готов фотографировать. Секс. Да как это? Вот это про машинку, которую забрал. Ладно, так хвалит. А я в лабиринт ходила, туда-сюда. Или выслать на что-то. Я выслал только, я думал, что имел у меня. Ты как это? Я отрыгнула. Нет, наоборот, они заслужили. Они заслужили, я поэтому... Говорят, заслужили.